Это канал Вырмыртыр. Подписывайся и жми лайк. Сынок, сынок, какие-то странные новости. Иди-ка послушай. Какие странные новости, бабуль? Да вот, слушай. Неопознанное существо было обнаружено нашей системой. Это что-то большое, даже гигантское. Если оно приближается к вашему дому, то в нем начинают происходить странные вещи. Будьте внимательны и осторожны. Ой, бабуль, это розыгрыш, наверное. Да, как только не пошутят. Да, что это за шутка сейчас была вообще? Непонятно. А? Что это было? Что это за стук? Это у меня в комнате? Бабуль? Что это там? Сынок, что это там? Бабуль, я не знаю, это какой-то стук в моей комнате. Сейчас, будь здесь, я сейчас посмотрю. Так, что это там происходит? Что-то упало, что ли? Сейчас посмотрю, бабуль. Что-то упало, наверное. Так, что здесь произошло? Листы разбросаны, штатив валяется. Я окно оставил открытым, это сквозняк. Да, сегодня ветрище, конечно, знатный поднялся. Да еще и новости странные какие-то, ну и денек. Так, листочки, лежите здесь. Дверь закрылась. А как она закрылась? Эй! Сквозняк, наверное. Все, я понял. Бабуля, что ли, стучит? Бабуль, заходи! Бабуль! Заходи давай, хватит стучать! Бабуль! Да что, она не слышит, что ли? Бабуль, заходи давай! Бабуль, заходи давай! Бабуль! Не слышит, что ли? Бабуль! Заходи! Да ты не слышишь, что ли? Бабуль! А где бабуля? Эй, кто здесь? Эй, кто здесь? Сынок! Бабуль, это ты? Сынок, что там происходит? Да ничего, бабуль. Так ветром сдуло пару листов, и штатив мой упал. А, ладно, ничего страшного. Ветер сегодня сильный. Да, ветер действительно сегодня сильный, бабуль. Но кто тогда стучал в дверь, если бабуля внизу? Дома же больше никого нету. Может быть... Эй! Здесь кто-нибудь есть? Может быть, в той комнате посмотреть? Эй! Здесь кто-нибудь есть? Эй! Да никого нету. Да что за стуки тогда были? Я четко слышал, что в мою дверь кто-то стучался. Так, опять стуки. Это, кажется, в моей комнате. Да, это точно в моей комнате. Да что это такое? Что это за стуки? Эй! Что это такое? Стучали явно в эту стену. Именно она разграничивает две комнаты. Но ничего не упало. А! Опять дверь! Так как она закрывается? Ой, дверка, ну ты меня опять напугала. Да кто это опять стучит? А, бабуля. Ты зачем дверь закрыл? Что это за стуки-то были? Я не знаю, бабуля. Я сам не пойму, бабуль. То стуки какие-то, то дверь сама закроется. Фух, что здесь вообще происходит? Так, как дверь могла сама закрыться? Сынок, что там у тебя происходит? А? Бабуля, ты здесь? А за компьютером кто? А, что здесь происходит, блин? Бабуль. Ты сейчас была у меня в комнате. Нет, сынок. А что случилось? Успокойся. Да, надо чуть-чуть успокоиться, это точно. Я сейчас видел тебя у себя в комнате. И я не шучу. Ладно, ладно. Успокойся. Все хорошо. Тебе это, наверное, показалось. Ой, не знаю, бабуля, показалось ли мне это или нету.
Ой, надеюсь, что показалось, блин. Ну, как такое может вообще показаться? Ты же была, ну, прям вот, ну, реально ты. Как такое может показаться? Сиди здесь, а я пойду посмотрю, что там у тебя творится. Может быть, не надо, бабуль? Вот, блин. Куда она пошла? Это же может быть опасно. Бабуль, стой, подожди меня. Бабуль, ты где? Бабуля. Бабуль. Ты где? Бабуль. Я тут, сынок. А, бабуль? Где ты? Бабуль. Да бабуля. Ты где? Да не молчи. Ты где? Сынок, я у тебя там наушники нашла. Такая музыка классная. Фух, бабуля. Да ты что, а? А ты что подумал? О, ты, оказывается, музыку слушала. А я-то уже подумал, что тебя... Ой, как хорошо-то, что с тобой все в порядке, бабуля. Ой, блин, что здесь вообще происходит? А то стуки, то это, то ты, блин, не слышишь. О, фу. Ну ладно, ладно. Я не хотел тебя настолько напугать. Это, сынок, розыгрыш. А? Что? Какой розыгрыш? Подожди, а этот, а как? А стуки в стену? А что стуки-то? Это ладильная доска, он билась об стенку из-за ветра. А то, что... Ну а как вот это вот? То, что я тебя видела у себя в комнате, а потом ты оказалась внизу. Так пока ты отвернулся, я быстренько спустилась вниз и под тебя позвала. Это все розыгрыш. О, блин, бабуля. О, ну зачем? Ты же меня разыграл новостью, что в городе обнаружен гигантский объект. Чего? Так я не разыгрывал. Только не говори, что и не ты этой новостью меня разыграла. Как это не ты? Ну вот так вот, бабуля. Это не я тебя разыграл этой новостью. Я вообще эту новость никакую не делал. Ты мне ее показала. Смотри-ка, кто это там в окне? Обалдеть. Это вот про этот гигантский объект говорили, смотри! Обалдеть! Что это там такое? Обалдеть! Ой, он приближается к нашему дому! Прячься, бабуль! Я думала, ты меня разыграл этой новостью! А-а-а! Что это за удар был, бабуль? Это где-то вот в той части дома! Бабуль, а этот удар там вот в той части дома, это не опять твой розыгрыш? Нет, я больше не разыгрываю и не буду разыгрывать. Ладно, пойдем посмотрим, что там. Так, что же там случилось-то, бабуль? Бабуль, ты где? Пойдем быстрей. Так, да вроде бы ничего такого. Вау, обалдеть. Вот это и дырище он проделал в моей стене. Обалдеть. Бабуль, смотри, там сиреноголовый. Бабуль, он уже близко. Что же делать? Приблизься к себе, сиреноголовый. Да, получилось, бабуль, молодец! Смотри, он исчез, и дыра тоже исчезла. Фух, бабуля, какая ты молодец, дай пять. О! Ура, мы справились. А я-то думал, что это все твой розыгрыш, а это, оказывается, на самом деле. Нет, бабуля, я такой розыгрыш не сделаю. Ой, какие молодцы. О, как хорошо, все. Теперь он не помешает людям жить. Это канал Вырмыртыр. Подписывайся и жми лайк.